Сегодня я вам хочу рассказать о группе ВКонтакте «Урбанистика Ростов-на-Дону», где я являюсь автором. Приглашаем других авторов писать об урбанистике, о нашем городе, писать интересные новости о нашем городе, становиться экспертами, давать свое экспертное мнение нам, если вы уже в чем-то разбираетесь, потому что нам очень нужны помощники, как, например, в публичных слушаниях, где что-то хотят построить или изменить земельный участок или еще что-то сделать такое, в чем мы не очень сильно понимаем, и нам нужна ваша будет помощь. Вступайте в нашу группу ВКонтакте «Урбанистика Ростов-на-Дону», ВКонтакте, в Фейсбуке, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на Телеграм.